В очередной раз я приветствую тебя, и мы продолжаем проходить хак. И знаете, что я подумал? А почему бы нам не вернуться? Самое начало. Да, я помню наше задание, но нас это не волнует. Я хочу вернуться сюда. Там, насколько мы помним, находится наша девочка, которую мы встречаем уже. Была подземка, в которую мы можем пройти. Поэтому я решил зайти и грабануть ее. Почему бы и нет? Кстати, девочки я не вижу. Окей. Даже можно без подземки тогда. Так, стопы. Тут залежи монеток. Залежи монеток и мина. Ладно, ладно, девочка, я тебе припомню за мины. За мины ты ответишь. Окей, тут заперты, там... Там, походу, последний генератор. Ну, ладно. Раз тут заперто, тогда... Тогда уходим отсюда. Больше нам делать нечего. А, сейчас. Сюда еще забежим. Спрыгни. А, молодец. Пес. Ха. Хорош. Что у нас тут? Сертификат, выданный Охотничьей ассоциацией пустошей. Мне интересно. Прочитать, тем более, мы его все равно не можем. Ладно. А куда делась девочка? Такой вот вопрос интересный. В теории она должна тут находиться вечно, но ее тут нету, к сожалению. Еще я хотел бы тут забежать в несколько мест. Вот, слева. Слева место. Давайте. В любом случае, надо туда идти. Как раз по пути заглянем в это место и посмотрим, может быть, я там что-то пропустил. Вот на карте получается первый момент внизу. Мы только что отсюда. И второй момент где-то наверху. Но я не вижу, что там, чтобы там что-то было. И второй момент это вот это вот место. Опять же, что-то есть наверху и что-то есть внизу. Поэтому пойдем вниз. К сожалению, тут заперто. Понятно. Ну ладно. Да-да, в другой раз. В другой раз мы заглянем к вам. А пока что уничтожаем андроида, псину. Робо-псину, точнее. Ну, не суть. Опа. Точно. Все, поднимаемся наверх и идем налево, потому что, по сути, у нас пути больше никакого не осталось. Прыгай. Молодец. Без единого урона. Еще разок. Прекрасно. Ах ты ж пес. Лови воб... Да, серьезно, я не отбил. Как же так? Еще разок. Хорош. Отдыхай, псина. Все, теперь идем налево, потому что больше у нас никакой дороги нету. Ой, как неудачно вышло, а. Ой, как второй раз неудачно вышло. А тут еще и этот, внизу там что-то. Блин, нет, пожалуй, я не буду в этот раз спускаться вниз, потому что там очень опасно. Так, так, подхилимся. Я надеюсь, я нормально приземлюсь, да. Вот тут слева что-то есть, да, проход. А, точно, дискеточка. Ну, извини, дискетка, пока мы тебя не можем посмотреть, но мы можем забрать монетки, которые рядом с тобой хранились. Так, и что у нас получается? А получается у нас только путь налево. Тьфу, налево, направо. И тут находится, да, вот он, генератор. Все, открывайте. Третий рубильник готов, у нас остается последний рубильник, и где он находится? И он находится где-то слева, прям совсем слева, где мы еще не были. Точнее, никак не были, мы там были, но там все заперто было. Слушай. Слушай, значит, если мы пойдем сюда. Так, а получается там заперто, да. Но там, получается, ничего нету. Хотя, возможно, что-то есть. Вроде ничего нету, там, по сути, только падение вниз, которое приведет нас в самое начало. Откуда мы не начинаем? Ладно, сходим в любом случае. Так, ну, дверь. Какая тугая дверь. Но тут что-то есть, я в этом уверен, да. И генератор, кстати, последний. Да. Все, солнце восходит, достижение, последний включенный генератор и по сути что? По сути у нас, кстати, все должно быть активировано. Вот абсолютно все, все что можно. Тихо. Магазин. Я не знаю, давай, пожалуй, а смысл? Нет, я, пожалуй, тебя буду оставлять до момента с боссом. Буду тратить тебя только на битвы с боссом. Сейчас мы идем налево, разбиваем эту стеночку. Прощай, стеночка. Ты была не очень дорога нам, но не суть. И вот мы снова попадаем в ловушку. Ну ладно, на этот раз мы подготовленные. Ага, и все, он получил по щам. Оказалось то, что мы были не очень подготовлены. А вот это вот опасно. Ко мне. Окей. Больше так не будем делать. Подхилимся. А может быть... О, хорош. Хорош, конечно, но он не уничтожает их. То есть, супер удар. Но как-то бьет он не супер. Пожалуйста. По сути, он бьет двойной урон. По сути, он наносит только двойной урон. Что это было? Что происходит? Ты что такое? Ты что такое? Слышишь? Уйди. Уйди, ты очень опасен. Опа.
Блин, это какой-то гоблин, тролль. Что-то страшное, неясное. А еще он вот этим ударом, если стоять позади него, он нас оглушает. Ладно, в любом случае он погиб. Угу, подхилимся тогда. Это было весьма неожиданно, потому что это новый противник, и ну его к черту. Разбить можем? Да, замечательный пес. Прощай, пес. Какого черта, в первый раз я мог пройти? Какой странный грузовик. Тут мы были? Да, тут мы были, как раз мы тут и приметили дискетку. Так, солдаты ушли, покинули свой пост. Понятно, так запишем. Во время службы покинули свой пост, оставили андроидов без присмотра. Хотя тут и андроидов, кстати, нет, они тоже куда-то делись. Вот тут, кстати, тоже секреточка, которая у нас должна была куда-то в интересное место привести. Похоже, не особо тут интересное место. Ну ладно, посмотрим. Так. Ну аккуратней. Нахрена сюда пошел, мы же отсюда... Да, мы отсюда пришли. Да. Так что тут особо смысла нету. Слушай, а если вот так? Нет. Значит, нужно сделать так и вот так. Прощайте. Ну все, по сути, пути не остается. Прыгаем вниз, уничтожаем собачку. Ага, слизня. Иди сюда, мне нужна хилка. Давайте тогда мы используем хилку, которая есть. Ага. Первый слизень готов. Второй. Ладно, второй тоже готов. Погоди. Мы оттуда пришли, но почему-то мне это место не кажется знакомым. Скорее всего, это связано с тем, что я давно не заходил в игру. Да. А есть ли что-то тут? Кстати, должно быть. Тут же была какая-то стена, которую мы не могли преодолеть. Слизня. Ко мне. Еще разок. Молодец. Да, вот она, эта стена находится тут. И которую мы сейчас разбиваем. И попадаем в секретное место. Не особо-то секретное. Так. Какого черта ты сейчас делал? Учтем на будущее, что если мы прыгнем вниз, нельзя прыгать, пока не отключится хренься. Ты чего не активируешься, слышишь? Я не знаю, она не активируется. Прыгаем тогда вниз обратно. Какая странная дичь. А ты за что отвечаешь? Тысяча приключателей, которые неясно за что отвечают. Ну давай. Последний терминал. Неожиданно. Трикио, ты не хочешь со мной связаться и проинфектировать меня? Нет? Ну и черт с тобой. Куда мы вообще попали? Да, я знаю, куда идти, отстань. Ага. Давай сначала тогда направо сходим, а потом вернемся назад. А сможем ли мы вернуться назад? То есть, допустим, оттуда я знаю, что мы точно попадем сюда обратно. А вот насчет назад вернуться я не уверен. Поэтому давай так. Так. И вот так. Хорошо. Ну, на секундочку еще вернемся к этому переключателю. Спасибо. Это было прекрасно. Я понял, за что отвечает этот переключатель. Он отвечает за то, чтобы включать и выключать вот эту дичь. И нахрена? Ну вот просто действительно зачем, если мы не собирались больше возвращаться назад? Ну, наверх, по крайней мере. Ладно, в любом случае, сохранились. Сюда. Угу. Просыпайся, слышишь? Стоит, спит. Какой абсолютно беззаботный андроид. Да. А как? Нет, ну я знаю как. Мы нажимаем так, потом падаем сюда. Эта хрень проезжает по нашим рукам. Мы в теории должны были погибнуть, но этого не случилось. Ну нет, слышишь? Понятно. Придется сделать небольшой крюк. Сохранение. Ты за что отвечаешь? Терминал.
Руководство по эксплуатации запорных клапанов. Нажимайте на затворы, как только вам будет достаточно соответствующий запорный клапан, откроется автоматически. Предупреждение. Воздействие на затворы. Избегайте перепадов окружающей среды. В противном случае может быть активирована система самоуничтожения. Неприятно. Ну, предположим. Да не, нормально все. Ничего не уничтожилось. Какого черта? Вот что это такое? Вилка. Угу. Скорость крюка. Но я не думаю, что он нам нужен сейчас. Нам нужна сейчас сила атаки, которая стоит 4 сотни. Очень дорого. Очень-очень дорого. А вот тут, кстати, должен быть босс. Да, тут должен быть босс. Давай, пожалуй. Давай, пожалуй, мы ничего покупать не будем. Пока мы просто так сходим. Еще нужно будет вернуться назад. О, тихо, слышишь? Еще нужно будет вернуться назад. Ай, больно. Блин, аккуратней. Опа, мины, андроиды. Твою ж дивизию, чё, куда я попал? Да тут мины с андроидами. Просто жить. Это очень опасное место. Идите к черту. Ложки. Так, подхинемся пока. Пока заполняется эта дичь. Активируем эту дичь. Для чего эта дичь? А, я понял. Походу косякнул. Убьет, не убьет. Я не убила, если так. А, тоже все равно. И зачем? И для чего? Непонятно. Возможно, этой хренью мы должны были уничтожить андроидов, которые тут были. Кстати, вот мы и попали в это место, которое я говорил, что вот тут пролет вниз. Ну, как бы да, тут действительно пролет вниз, но не совсем тот, который я предполагал. В любом случае неплохо. Секреток нет. Ну и пошли вы к черту все. Наверх я подниматься не вижу смысла сейчас. Нужно попасть направо и туда еще налево попасть. Хорошо бы было. Записка. Я снова и снова пересматривал старые фильмы, купаясь в воспоминаниях о таком недолгом рассвете. О таком недолгом рассвете интеллекта. Хьюз, на северном вокзале я нашел книгу, пролистав ее, я понял, что это какой-то сборник. Сентиментальный предятель. Интересно, кому может захотеться это прочитать? Ну, кому-то захочется, кому-то нет. Не тебе решать и судить. Черт, очкастый. Или не очкастый, я не знаю даже, как он выглядит. Собственно, мне особо интересно, какого черта сейчас было. Ладно. Так, разбиваем эту дичь, и как раз попадаем туда, откуда мы пришли. Изначально. Но, есть одно но. Большое, жирное но. Нам нужно, во-первых, попасть сейчас сюда вниз, потом вернуться сюда, но туда вернемся мы уже потом. Поэтому нужно быть аккуратно. Максимально аккуратно. Опа, стоп, Аня, мы подхилились. Стоять, назад. Да спрыгни, не, я не пойду поверху. Просто вниз. Молодец. Нет, тихо. Да запрыгни. Кстати, вот эта дичь нам больше не страшна, потому что мы можем сделать вот так. Блин, это просто великолепный навык. И вот эта дичь нам тоже больше не страшна, потому что мы тоже можем сделать так же. Попадаем сюда. Ага. Так, что это было? Это было вдвойне неприятно. Идешь к черту, собака. Ты пес. Да отцепись, убей. Ужасное управление. Все, наконец-то мы можем сюда попасть, потому что теперь тут должно быть открыто. И походу тут раньше и было открыто. Просто мы сюда не приходили. Нет. Подожди, нет, все правильно. Мы сюда приходили. Да какого черта ты творишь? Дичь. Вот тут где-то есть секретка. Но я не вижу где. Вот тут где-то есть секретка, но я не пойму, где она. Потому что, как вы видите, вот тут есть проход. Но если тут и тут мы не можем попасть, значит она где-то внизу. Скорее всего. Блин, ну опасно будет. Мне бы еще понять, куда мне прыгать. Потому что ни хрена непонятно. Давай попробуем. Да, вот.
Ну хорошо, секретку я нашел. Как туда попасть? Неизвестно. А если нам это неизвестно, значит это неизвестно никому. Абсолютно. А, точно. Вот тут есть. Точно, точно, стой назад. Ладно, к черту. Пойдем так. Давай так, так, поехали. Прощай, слизень. И вот тут прыгаем. Ну черт. Нет, 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 нет. Спасибо. Короче, попадаем в эту секретку, сохраняемся и заканчиваем. Поехали. Ой, иди к черту, слизень. Вот тут, значит, прыгаем, активируем, и ни хрена не получается. Адская боль. Ну, не особо. Я только не понял одного момента. Почему? Блин. Короче, я куда-то не туда нажал, у меня закрылась игра, все. Все закрылось и. Я надеюсь, что у нас все собралось и у нас все сохранилось. Потому что сохранения очень давно не было. И откуда мы сейчас начнем, и где мы окажемся, и что у нас закрыто-открыто, вот, неизвестно. Просто посмотрим сейчас. И отправимся в ту секретку следующей серии. Северный вокзал. Ну да, у нас все открыто. Это замечательно, потому что, ну, просто замечательно. Ладно, в следующей серии посетим мы эти три точки секретов. И отправимся на выход сюда. Да, все. На этом мы с вами закончим. И до встречи.